Всем привет! Сегодня нам на обзор принесли вот такую, я даже не знаю, как ее назвать. Ну, устройство называется 2 в 1, куплено в каком-то знаменитом интернет-магазине, причем в России по акции. То есть было написано, что цена данного устройства 12 тысяч, перечеркнуто и 4. Вот. И жена одного из наших товарищей повелась на это и купила все чудо. Вот, что можно сказать? То есть... Тут даже что-то по-русски написано, почему-то написано 360 градусов, 2 в 1, тахограф, радар-детектор, 52 децибела, там, waterproof. Вот, самое главное, тут написано Sony SSD, то есть они подразумевают, что в нем стоит матрица Sony. Ну, причем, как бы, с матрицы Sony он всего может снимать с разрешением 720p. Это вообще что-то... нереальные. Вот, есть G-сенсор, поддержка звуковой записи, карты памяти поддерживает максимально до 32 гигабайт. Вот, сейчас мы посмотрим, что у нас есть внутри. Внутри у нас есть кабель питания 12-вольтовый, вот с такой кнопочкой. Вот, присосочка вот такая. И самое важное, у нас тут еще есть сам прибор. Вот он. Вот такой приборчик. Тут у нас слот для карты памяти. Тут у нас разъем USB для подключения к питанию. Это у нас камера. Приемник радар-детектора. Это дисплей. Сейчас мы его включим. Радар-детектор включен. Пристегните ремни безопасности. Желаем вам удачной поездки. Режим «Город». Вот, в режиме город почему-то и в режиме трасса всегда идет сработка в диапазоне K. Обнаружен сигнал вот, в видите? Диапазоне K. То есть, неважно, где мы находимся, едем, стоим, он всегда пикает. Вот, по поводу меню, тут единственное меню есть, это которое касается видеорегистратора. Вот, меню радар-детектора тут отсутствует. То есть, какие кнопки только мы не нажимали, смотрели... в инструкции по эксплуатации меню самого радар-детектора мы не смогли найти. Вот, то есть тут можно только переключить с режима город на трассу, с трассы на город. Больше ничего нет вообще. То есть постоянно идет сработка. Вот, нас всегда много просят, чтобы мы сделали обзор на такое устройство. Но мы не хотели покупать всякую хрень с Алиэкспресса, вот, которую продают. Но смотрите, вообще, как бы, что я могу сказать. Вот, радар-детекторы китайцы никогда не делали. Вот, они их не умеют делать. Радар-детекторы делают только корейцы. Вот, и самые лучшие из них или Корея, ну, не буду говорить о эскортах и Белтрониксов, и Валентин Уан, которые там делаются в Америке, где-то в Канаде. Но средние, как бы, видеорегистраторы с радаром или просто радар-детекторы всегда делаются в Корее. Вот, и покупая вот такую хрень, вот, вы как бы обречены на то, чтобы ее выкинуть. Вот, это уже не первые люди, которые к нам приходят. Просто у человека был хороший радар-детектор, он сломался по истечении 5 лет. Вот, и супруга ему решила сделать вот такой подарок. Вот, еще раз говорю, на сайте. Это было куплено на российском сайте. Было написано 12 тысяч, перечелкнуто. Вот, и 4 тысячи она заплатила вот за это говнецо. Вот. Ну, пример видео мы вам выложим в конце ролика. Я даже не буду его заливать на Яндекс.Диск, чтобы вы посмотрели. Оригинал тут смотреть нечего. Вот. И моя рекомендация, не ведитесь. Сейчас очень много мошенников. Вот. Про мошенников мы тоже чуть попозже снимем какой-нибудь фильм. Вот. Очень много мошенников, которые присылают не то, что вот такую хрень. Вот, бывает, людям приходит кусок мыла, или кусок пластилина, или кусок деревяшки какой-нибудь. То есть на почте вы оплачиваете, получаете. Вот. Ну, в лучшем случае вы получите вот это, а в худшем случае вы получите кусок пластилина. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока.
информации нет, ни шкалы приближения, ничего. То есть никаких... Никаких настроек нет. Какой-то диапазон КА, КУ. Вот. Ничего мы не видим на этом дисплее, кроме того, что он пищит на все подряд. И он вообще не затыкается. То есть он всегда на что-то пищит. Неважно, есть камера, неважно, нет камер. Вот, он всегда пищит. Причем, когда хочет, он останавливается. Когда не хочет, он все время пищит. Он может час пищать подряд, не останавливаясь. Он может потом час не пищать. Вот, ну, такой прибор есть у нас. Вот, к чему я это веду, ну... Обнаружен сигнал в диапазоне КА. Зачем заказывать такие приборы? Я вот до сих пор не могу понять. Народ заказывает всякие мошеннические интернет-магазины, им впаривают всякое барахло. Вот, потом с этим барахлом народ ходит и ищет, где это починить. Потому что тот интернет-магазин, который вам это продал, естественно, ваш телефон заносит в черный список. Вот, и вы уже не сможете туда обратиться. Даже второй раз купить вы не сможете там, потому что они вам не продадут, потому что они уже знают, что вы знаете, что они мошенники. Обнаружен сигнал в диапазоне КА. Как мы видим, никакой информации нет. Ни шкалы приближения, ничего. То есть никаких... Обнаружен сигнал в диапазоне КА. Никаких настроек нет. Какой-то диапазон КА, КУ.